не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты. Мой адрес не дом, не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес не дом, не улица, мой адрес Советский Союз. Невзрачный офис в доме быта. В кабинете 4 женщины. Дверь без опознавательных знаков. Только номер 309. За дверью территория СССР. А точнее, люди, выдающие от имени отдела внутренних дел паспортно-визовой службы МВД Тувинского АССР. Временное удостоверение личности гражданина Советского Союза. Услуга 1500 на день. 1500 за что? Десять до пропуска. Да, значит, а по госпошлина, по мды гражданство было, это не да, гражданство СССР, шало мды по гражданство было, это гора прописан. Мага 1500 за что? На албан тюлеет. Некоторые россияне до сих пор уверены, что живут в Советском Союзе. Во всяком случае, старательно его возрождают. Так, в Туве на данный момент, чтобы оформить справку несуществующей страны, а именно Советского Союза, нужно отдать от 1500 до 1800 рублей. Пенсионерам предлагают надбавку к пенсии, которая, по словам сотрудников этой организации, должна быть в разы больше. Однако отделение Пенсионного фонда региона информацию про так называемые надбавки опровергает. Пенсионный фонд Российской Федерации и территориальные органы ПФР действуют в соответствии с федеральными законами Российской Федерации, нормативными актами, правилами, утвержденными правительством Российской Федерации, и вся информация об изменениях в пенсионном законодательстве, индексации, перерасчете пенсии размещается на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации, на страничке, официальной страничке отделения Пенсионного фонда по Республике Тыва, а также на портале правовой информации, средствах массовой информации. Самую полную и актуальную информацию по вопросам пенсионного обеспечения вы можете получить, уважаемые граждане, в управлениях Пенсионного фонда по месту жительства. Ну а пока сотрудники сомнительного министерства штампуют справки, ими заинтересовались в региональном МВД. Проводится проверка в порядке статей 144-145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в отношении лиц, которые выдают справки от имени несуществующей организации для привлечения их к ответственности, предусмотренной законодательством. Также мы обращаемся к гражданам, которые получили фиктивные справки, обратиться в дежурную часть Управления МВД России по городу Кызылу с заявлением. За 10 минут, проведенных в коридоре возле входа в СССР, наша съемочная группа насчитала более 10 пенсионеров, которые ходят к ним за справкой. В данном случае понятно только одно – чем больше пенсионеров, тем богаче Советский Союз. Правительство Тувы объявило 2 тендера на проведение инженерных изысканий и подготовку проектно-сметной документации на 2 участках дороги, соединяющих село Кызыл-Хая Мангунтайгинского района республики с границей республики Алтай, сообщает Ростендер. Из бюджета республики на выполнение данных работ с 11 по 21 километр и с 21 по 31 километр дороги направят свыше 24 миллионов рублей. Заявки на участие в тендере принимаются до 15 августа. 22 августа планируется подвести итоги и назвать победителей. Заказчик работ – Тыва Автодор. Правительство Тувы рассчитывает с помощью строительства дороги увеличить поток туристов в регион, привлечь часть алтайского турпотока из Кош-Агачского района республики. В Туве 13 июля на территории Байтайгинского, Барунхемчикского, Дзунхемчикского, Мангунтайгинского, Авюрского и Улукхемского районов действует режим ЧС. По данным комиссионного выезда, аварийно-восстановительные работы должны быть осуществлены в Сук-Аксы Баянтала, подъезд к селу Хорумдак, подъезд к селу Чирабажи,
Чергакы, Хандагайты Акчера, Хандагайты Мугураксы, Кызыл Мажалык, Аянгаты. Аварийно-восстановительные работы начинаются на участках автомобильных дорог. Подъезд к селу Арыскан, подъезд к селу Хандергей. Всего закрыто и затруднено для проезда 7 участков дорог. Это подъезд к селу Арыскан. Повторно смыло мост. Чирабажи, Чергакы, смыло мост. Работы не завершены. Чергакы, Элдикхем, смыло мост. Кызыл Мажалык, Аянгаты, поврежден мост. Проезд запрещен. Есть временный проезд через дорогу Чадан-Агдавурак. Ожидается спад уровня воды. Байхак, Чалкижик, проезд затруднен только для транспорта с повышенной проходимостью. Байхак-Балгазын, проезд затруднен только для транспорта с повышенной проходимостью. Подъезд к селу Владимировка, проезд затруднен только для транспорта с повышенной проходимостью. Здравствуйте. Прошу вас представиться, заместитель командующего 41-й армии по военно-политической работе, полковник Сергей. Новый командир 55-й горной отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в Туве, полковник Эдуард Скворцов. Он переведен из Тамбова, где руководил подразделением военных разведчиков, входящих в структуру ГРУ. Несколько лет назад он получил из рук президента Владимира Путина орден мужества за участие в боевых действиях на Донбассе. Прежний комбриг Равиль Ибатуллин, прослуживший в должности с января 2018 года, пошел на учебу в Академию Генштаба Вооруженных сил. Нового командира дивизии представил в понедельник заместитель командующего Центральным военным округом Владимир Перепелица. И поставил первую задачу – подготовить подразделение к 5-километровому марш-броску при полном снаряжении. Этот марш-бросок будет проходить подразделение ЦВО. В случае подтверждения первого армейского спортивного разряда – прибавка к окладу 10%. А в воскресенье в Туве начнется настоящая проверка 45-летнего комбрига Эдуарда Скворцова. 55-я бригада в составе команды ЦВО примет участие в международных армейских играх, которые станут продолжением военного ралли. В соревнованиях примут участие и дебютанты – команды Сербии и Белоруссии. Обманутым дольщикам предложили давать квартиры в готовых домах. В отдельных участках обманутым дольщикам могут предоставлять квартиры в готовых или близких к завершению домах вместо новостроек, где они купили жилье. Такую возможность поручил проработать вице-премьер правительства России Виталий Мутко, сообщает РИА Новости. Правда, для запуска такого механизма требуется изменение законодательства, которое будет возможно в осеннюю сессию парламента. Сначала все-таки власти постараются решить проблему с достройкой проблемного дома. Или предложат дольщикам денежную компенсацию, если завершение строительства окажется нецелесообразным. В 2019 году Фонд защиты прав дольщиков получит дополнительные 16 миллиардов рублей, которые пойдут прежде всего на достройку проблемных домов в высокой степени готовности. Имеется в виду дома, которые можно завершить в этом году. Одно из основных условий – регионы, которые хотят получить деньги фонда, должны софинансировать 30% достройки объекта. По словам вице-премьера, сейчас в списке субъектов России, готовых работать с Фондом защиты прав дольщиков, 26 регионов. И о курсах валют на сегодня. Доллар стоит 63 рубля 52 копейки, евро 70 рублей 64 копейки. Быстрая езда захватывает дух, но иногда и жизнь. Вы готовы выиграть несколько секунд и подвергнуть опасности свою жизнь и жизнь пассажиров? Каждый день задерживают десятка нетрезвых водителей. Сколько молодых жизней удалось спасти, а сколько нет. Рано или поздно каждый нетрезвый водитель приводит к смерти. Всегда. Знаете, какое ДТП уносит больше всего жизней? Выезд на встречную полосу. На дороге нет сильных или смелых, есть лишь умные и глупые.
Не мамины руки и не мягкая игрушка, а только детское удерживающее устройство способно сохранить жизнь вашему ребенку в случае дорожно-транспортного происшествия. Дайте автокреслу шанс спасти вашего малыша. Казалось бы, автокресло – это мелочь, но эта мелочь имеет огромное значение. Наибольшую опасность представляет собой автомобиль, который едет быстрее, чем способен думать ее водитель. Помните, беда редко приходит на скорости ниже 60 км в час. Чтобы быть в памяти детей завтра, нужно быть в их жизни сегодня. Взрослые, помните, вы явились на свет без запасных частей. Восьмого июля около 12 часов в полицию города Шагонар поступило сообщение о том, что с балкона квартиры, расположенной на втором этаже в доме по улице Саяна-Шушенской, выпал 3-летний мальчик. Пострадавший ребенок госпитализирован в медицинское учреждение. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что несчастный случай произошел в то время, когда родители ненадолго оставили мальчика играть дома у родственников. Выяснилось, что ребенок беспрепятственно вышел на балкон, дверь была открыта взрослыми. Дома находились тетя и сестры мальчика. В настоящее время состояние ребенка стабильное. В отношении родителей мальчика составлен административный протокол. В июле текущего года в республике завершена вакцинация против пневмококковой инфекции среди граждан старше трудоспособного возраста, проживающих в учреждениях социального обслуживания. По плану подлежало вакцинации более 640 человек старше трудоспособного возраста. Охват вакцинации против пневмококковой инфекции был осуществлен в полном объеме. Мероприятия регионального проекта «Старшее поколение», национального проекта «Демография» направлены на сохранение и повышение здоровой продолжительности жизни каждого гражданина старше 60 лет. Вакцина-профилактика лиц старше 60 лет против пневмококковой инфекции в рамках мероприятия проекта «Старшее поколение в России» проводится впервые. В целях увеличения здоровой продолжительности жизни в рамках реализации проекта был проанализирован алгоритм прохождения диспансеризации гражданами старше трудоспособного возраста, старше 60 лет. В текущем году по плану была предусмотрена диспансеризация более 15 тысяч человек старше 60 лет. За первое полугодие 2019 года в республике прошли диспансеризацию 3019 человек. Лидерами среди муниципальных образований является Чедыхольский район. В Тесхемском районе прошли диспансеризацию более 53% граждан старше 60 лет. В Сутхольском – 32%, в Эрзинском – 27%. Самое низкое прохождение диспансеризации лиц старше 60 лет отмечено в городской поликлинике Кызыла – 11% и в Байтайгинском районе – 13%. По республике переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди. Грозы, возможен град. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Порывы до 12 метров в секунду. Местами при грозах от 13 до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13 градусов. Местами плюс 2, плюс 7 градусов. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30 градусов. Местами плюс 18, плюс 23 градуса. В Кызыле переменная облачность без осадков. Возможна гроза. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 13 градусов. Днем плюс 28, плюс 30 градусов.